Тюменская область и тюменский филиал Центра ВОИН сегодня является одним из лучших у нас в стране. И Игорь Ревякин, как руководитель, и инструкторов, которые они подобрали, это люди, которые болеют за поставленное дело. Это они отдают свою душу, сердце у каждого ребенка. И вообще в Тюменской области создана уникальная система работы с подрастающим поколением. Тюменское отделение Центра ВОИН открылось в числе первых в стране еще в мае 2023-го. Меньше чем за год обучения и практику здесь прошли 1800 молодых людей, школьников и студентов. Тактическая огневая подготовка, тактическая медицина, управление БПЛА – основные направления подготовки. Проблем ни в становлении, ни в развитии, ни в повседневной работе – не было и нет, потому что Центр ВОИН – это не начало, а продолжение традиций патриотической работы в регионе. Опыту развития системы добровольной подготовки молодежи к военной службе в Тюменской области уже не один десяток лет. Флагманом всей этой системы, региональной системы, является наш центр «Аванпост», которому, кстати, в прошлом году мы отметили 30 лет. И за эти годы через «Аванпост», через всю нашу систему прошли десятки тысяч молодых людей – по вопросам подготовки к службе в армии, патриотического воспитания. 30 лет интенсивной работы более чем достаточно, чтобы стать центром не только для детей, но и методической базой для инструкторов и преподавателей военно-патриотических дисциплин. Ведь не каждый военнослужащий может автоматически стать наставником-педагогом. Чтобы учить детей, нужно сначала научиться самому. Педагогический опыт в этом деле важен не меньше, чем боевой. А в Тюмени есть и то, и другое. База, которая есть здесь у Центра ВОИН, тюменская, ну, я думаю, что она, наверное, одна из самых лучших, если не самая лучшая, по причине того, что все-таки нас, наверное, собрали именно здесь. Решение такое принималось именно из-за компетенции ребят, которые являются здесь инструкторами и директорами, имеют богатейший опыт. Ярким и символичным завершением первого дня программы стала торжественная церемония передачи 10 именных знамен новым региональным отделением Центра ВОИН. Она прошла на исторической площади у мемориала «Вечный огонь».